На ярмарке вакансий ажиотаж. Около всех столов и стендов очереди. Одни собирают предложения, чтобы дома подробно рассмотреть, другие оставляют свои резюме. Баяс Манукян окончила университет в прошлом году по специальности финансы и кредит. На ярмарке в поисках рабочего места. Есть вакансия экономиста, но требуется опыт работы. Опыта нет, поэтому смотрю секретаря. Это только первый шаг. На этом все не заканчивается, нужно идти дальше, брать номера телефона, в адреса, ездить, смотреть, устраивать, не устраивать. Может, коллектив не понравится, может, заработная плата не устроит. Кто-то ищет работу на лето, кто-то подработку только на каникулы, а кто-то и постоянную. Дело в том, что нашу здравницу сократили 2 года назад, ликвидировали, и вот мы так остались. Не удел. Вот один бухгалтер, я работала старшим администратором. Когда начинается подготовка к сезону в санаторно-курортном комплексе, уровень безработицы значительно снижается. Весеннюю ярмарку вакансий посетила более 500 анапчан. Санаторно-курортный комплекс, гостиницы, рестораны, то есть официанты, горничные, администраторы, повара, очень много поваров требуется у нас. Ну, есть и квалифицированные, конечно, работники, инженеры, там строительные специалисты различных отраслей и профессий. Поэтому вакансий много на любой вкус. 50 работодателей города, 3000 вакансий. ЗАО ПХ «Анапа», «Зеленстрой», «Анапский хлебокомбинат», санатории, пансионаты и другие предприятия города представили перечень самых востребованных профессий. Все желающие получили консультации квалифицированных специалистов по вопросам трудоустройства и охраны труда.